Почему ты ни с кем не дружишь? Полиция продолжает искать львенка, сбежавшего из клетки при перевозке. Не бойся. Голодный? Будешь? Это дикое животное. При его обнаружении необходимо сообщить полиции. Как мне тебя называть? Как насчет короля? Мой приятель лев. Зачем ты это сделал? Началось. Мы должны добраться до дедушки. Он единственный, кто сможет помочь. Помочь в чем? Отвезти его в Африку. Она решила вернуть тебя домой. Он 100 раз объехал вокруг света. Он путешественник и точно знает, что делать. Дедуль, королю надо домой. А где король-то? Это наш лев. Мультик вы досмотрелись. Настоящее необыкновенное приключение. Мы не позволим посадить его в клетку. Это редкий и дорогой вид. Нужно отправить дополнительные силы за ними. Поймать льва! Мы напали на их след. Быстрей! Нас догоняют! Держитесь крепче. Станет начало. Вы знаете, что они с ним сделают, если поймают? Дружбы и преданности. Мой львенок, я всегда буду твоим другом. Всегда. Этим летом встречайте «Король львенок» в кино 6 июня.